Так, всем привет! Сегодня ловим на поплопопер. С августа не видели такой снасти. И вот сегодня решил чуть-чуть испытать судьбу. Поймал вот такого голавлика красивого. Конечно, коты, блин, уже тут нацелены на него, но мы его не отдадим. Ловим на 12-м причале в Запорожье с Илюхой. Илюха на живого опарыша, а я на искусственного. На живого, конечно, лучше. Тарань берет и карасики. Ну, а я на силиконку. Погода просто шикарная, рыбка радует. Короче, у кого есть время и желание, едьте ловить рыбу, пока погода позволяет.